50 відтінків асфальту. Так українці жартома називають латані вітчизняні дороги. Дійсно, без болю на транспортні сполучення іноді неможливо дивитись. Яка доля доріг Дніпропетровщини у поточному та майбутньому році? Поговоримо із гостем. Зі мною в студії сьогодні Юрій Голик, радник голови Дніпропетровської ОДА. Здравствуйте, Юрій. Добрый вечер. Скажите, 160 дорог коммунальных ремонтируют в этом году. Какие успехи? Нет ли у жителей повода шутить подобным образом? Но в силу того, что последние 40 лет дороги не делались, а если делались, то только вот этим способом, который вы описали 10 секунд назад, то, конечно, у любого жителя нашей страны, в том числе у меня, есть всегда возможность пошутить про дороги. Более того, когда мы оказались по эту сторону власти и сами стали властью, зайдя в облгосадминистрацию, мы удивились, потому что дорог на самом деле в области не было. И никто ими не занимался долгие годы. А единственное строительство объездной, так называемое, которое было первый участок, это ну, не все дороги в области, и дороги уничтожались. В этом году мы сделаем больше, чем 160 дорог коммунального значения. Если взять все бюджеты местного уровня на территории Днепропетровской области, то таких дорог будет более 200. А с учетом областного бюджета и бюджета в отдельных мест, районов и селищ Днепропетровской области. Все работы будут закончены до 30 октября. Порядка 90-92% работ уже закончены. А то, что сейчас есть, это то, что мы видим, есть свободный финансовый ресурс, есть мощности у подрядчика, мы успеваем по процедуре торговой, поэтому эти дороги будут делаться до 30 октября. На самом деле 30 октября это еще и дата, которую определил Укравтодор по своим дорогам, дорогам госзначения, и тоже в ноябре уже там работы вестись не могут. Как контролируете качество исполнения подрядчиками работ? Первое, что мы сделали 2 года назад, по поручению губернатора области Резниченко, соответствующий департамент внес пункт об обязательной гарантии 5 лет на каждую капитально отремонтированную дорогу за счет средств областного бюджета. Мы были первым органом местного самоуправления на территории Украины, который такой пункт официально зафиксировал в договоре. Каждую весну, после того, как заканчивается зима, специальная комиссия из состава, в том числе и общественников и профессиональных технических лабораторий, выезжает на каждую дорогу, сделанную за последние годы, и проверяет ее состояние. В случае, если там есть какие-то дефекты, дефекты устраняются за счет подрядчика, который допустил ошибку. Кроме того, большое количество ошибок в первые годы, когда мы начали делать, допускалось из-за некачественно составленных проектов. На капитальный ремонт дороги мы эти все ошибки отловили, и те проекты, которые делаются в прошлом году, в этом году, уже содержат такие технические решения, которые текущий брак не допускает в принципе. А, опять же, это потому, что мы этим занимаемся каждый год, набиваем руку, и мы понимаем, как это дальше будет развиваться. Укравтодор тоже на дороге к заказчикам, по которым он является, вносит обязательный пункт договора о том, что гарантийный срок от 5 до 8 лет в зависимости от категорийности дороги. А были такие случаи, чтобы в этом году переделывали за свой счет подрядчики? Да, была дорога в Левенцовке, центральная улица этого села, которая была сделана некачественно. Когда наш технадзор выехал принимать дорогу, он это увидел, подрядчик согласился, просто молча переделал дорогу за свой счет, и мы разобрались, в чем была ошибка. Ошибка была там в использовании немножко не той технологии, более такая ошибка уже с этим подрядчиком не повторится точно. Вы сказали, уже довольно много сделано, и в каких районах уже закончили работы, в каких еще остались? Сейчас еще осталось 2 дороги в Юрьевском мы делаем, 1 в Межевском районе, делаем в Никополе 2 больших дороги, в Синельниково мы закончили 7 дорог в Синельниковском районе, 3 дороги в самом Синельниково, еще 1 заканчиваем, Желтые воды закончили полностью, Кривой Рог сейчас наносится разметка по тем дорогам, которые сделаны Калачевского и Волгоградская, 21 из улиц Толстого, она переходит на следующий год, поскольку в этом году только выравнивающее слой, это та, которая объездная в сторону Кировограда. И еще 2 дороги мы заканчиваем в Новомосковском районе и 2 в Днепровском. И не мешает понижение температуры резкое? Нет, понижение температуры не мешает, потому что, во-первых, стоит сухая погода, нам бы мешал дождь. А согласно существующей технологии, в дождь укладывать асфальт категорически запрещено. Технологии, которая бы позволяла это делать, не существует, поэтому если мокрая погода, то все работы останавливаются. По тем сводкам, которые нам дает гидромедцентр, хотя он регулярно ошибается, 2 предыдущие зимы обещал, что будут холодными, они были теплыми, мы не видим пока дождей в ближайшей перспективе, мы
рассчитываем, что до 30 октября мы все работы закончим, как и планировали. Впервые вот на Днепропетровщине за последние 20 лет ремонтируются трассы госназначения. Вот скажите, прокомментируйте, пожалуйста, эту ситуацию. Ну, это стало возможно благодаря тому, что независимый госорган Укравтодор, представленный на территории каждой области службы автомобильных дорог в соответствующей области, получил команду президента и кабинета министров работать в тесной связке с облгосадминистрациями, потому что в прошлом году, когда Укравтодор в каждой области действовал самостоятельно, например, нашему местному Укравтодору было выделено 500 миллионов гривен на ремонт дороги Днепр-Кривой Рог, техника даже не вышла на эту трассу и даже не были проведены торги. В этом году наш местный Укравтодор, благодаря нашей поддержке и поддержке губернатора, торги провел первым в стране. То есть многие еще только когда просыпались после новогодних праздников, у нас уже вовсю шли процедуры, и в марте все торги были завершены. К сожалению, существует проблема, что текущего финансирования Укравтодором своих дорог недостаточно. Мы могли бы сделать в 5-6 раз больше. Мы именно на это ориентировали существующих подрядчиков в области, разгоняли их мощности, помогали им устанавливать новые заводы и завозить технику. Мы помогали нашей таможне выполнять индикатив, за что отдельно спасибо и ДФС, и таможне. Спасибо бюджетному комитету за то, что поддерживал все наши начинания. Это только первый год, в следующем году будет сделано. В этом году мы успеем сделать 14 километров дороги в Николаевке, там, где ее никогда не было, эта трасса Павлоград-Донецк, причем там слой асфальта 35 сантиметров. Это трехслойный регенерируемый слой, выравнивающий верхний слой. Мы сделаем порядка 6-7 километров полностью запорожской трассы в два слоя, это 5 плюс 7 сантиметров, и еще порядка 12 километров будет в выравнивающем слое, но по ней можно ездить, это гораздо лучше, чем было. Порядка 19 километров криворожской трассы со стороны Кривого Рога в сторону Днепра будет сделано. Мы уже сделали 7 километров трассы Днепр-Петряковка, сейчас мы ведем строительство второй очереди Петряковской объездной, сейчас мы восстановили все документы по объездной Днепра и с марта, с апреля начнем работы по ней. И мы порядка 8 километров сделаем на трассе Пятихатка-Александрия в этом году. А в следующем году какие планы? В следующем году мы хотим сделать полностью Криворожскую трассу. Мы хотим закончить Запорожскую трассу, мы хотим еще минимум 20-25 километров сделать трассы Павлоград-Донецк, и мы хотим построить полностью первый участок объездной за Петряковкой, который позволит проезжать ее по объездной всю и выезжать уже за самой Петряковкой. А какой объем работ? Какая-то площадь есть или протяженность? Нет, мы в площади не считаем, потому что на самом деле все эти тысячи метров квадратных, это все прекрасно и будоражит умы зрителей, но не имеет никакого отношения к действительности. То есть вот в нашем понимании Валентина Михайловича, это то, что дорога должна быть сделана полностью. То есть, если трасса Днепр-Запорожье, будьте добры, сделайте всю. Именно такую задачу мы ставим перед Укравтодором. К счастью, нас слышат в этой организации, у нас с ними полное взаимопонимание. Поэтому речь идет о том, чтобы основные трассы были сделаны все, а не кусками. А насчет Укравтодора, вы говорили, были выделены деньги, но не вышли в прошлом техника. Году. Да, в прошлом году. Да. Почему такое произошло и куда делись деньги? Из-за низкого качества менеджмента, это первое. Второе, из-за того, что там были уголовные дела. И третье, деньги никуда не делись. Согласно бюджетного кодекса, деньги, не использованные распорядителем, возвращаются 31 декабря в вышестоящую инстанцию, то есть местную филиал Укравтодора, их просто вернул во всеукраинский Укравтодор и все. Какие у вас прогнозы, когда дороги европейского качества станут нормой? Давайте я вам приведу такой простой пример. Для того, чтобы в Польше дороги стали европейским качеством, и они потратили 50 миллиардов долларов за 10 лет, 5 миллиардов в год. При условии, при условии протяженности дорог Днепропетровской области порядка 8% от общей сети, это нужно тратить порядка 400 миллионов евро каждый год на территории Днепропетровской области. 400 миллионов евро, посчитайте, сколько это в миллиардах гривен. Да, это огромное. Сумма. А в этом году Укравтодор, к сожалению, выделит порядка 15% от запланированного финансирования. С 1 января 2018 года начинает действовать дорожный фонд, и финансирование увеличивается в разы. Это позволит каждый год наращивать для того, чтобы сделать все основные трассы госзначения, по которым ездит там 80% владельцев машин. На Днепропетровскую область нужна сумма порядка 36 миллиардов гривен. Спасибо вам большое. Пожалуйста. Я думаю, дороги у нас будут построены, и мы все-таки достигнем европейского качества. Спасибо вам большое.